Квиз «Вы из какого времени вместе сделали студенческие советы и ЭПИ и МАМИ?» Институты давно хотели объединиться, чтобы создать общий проект. И вот момент настал. Квиз получился потому, что наш отдел специализируется на организации различных игр, что-то типа квизов различных, викторин, что, где, когда. Вот. А у ребят и МАМИ очень хорошо развита площадка дискуссий. Вот. И они, собственно говоря, предложили в квиз вставить дискуссию. Вот так и родился наш квиз. Квиз состоит из 5 туров. Ревущие 20-е, 60-е, 90-е, нулевые и футуризм. Чтобы дать ответ на вопрос, у студентов есть 30 секунд. В игре участвовали 7 команд. Квиз в самом разгаре. Давайте сейчас пристанем к кому-нибудь и узнаем, что же они там разгадывают. Ребят, а что вы сейчас делаете? Мы перемещаемся в вселенную киберпанка, в будущее. Отвечаем, что же должно прийти на смену картинам, по мнению футуристов. Дискуссия – этап, где студенты рассуждают о будущем. Заменят ли когда-нибудь все натуральное на все искусственное? Иногда, когда требуется спонтанное решение, искусственный интеллект мог уже дать бой. На данном этапе мне больше всего привлекло, наверное, сама дискуссия, потому что я сам человек сам по себе такой, что не особо люблю высказываться, но эта тема меня затронула, так как, привлекла. Она интересная достаточно и требует очень много размышлений. Так, Дарина, стоп-сюжет. Тут есть фотозона. Когда я еще сфоткаюсь с настоящей девушкой из будущего? В перерывах между вопросами и дискуссиями на квизе было и еще кое-что интересное. Когда я был очень маленький, это может быть чуть-чуть тупо, но я смотрел «Симпсона». А я помню, Лиза играла на саксофон. А я думал, как, ой, я тоже хочу играть. А потом я сказал маме, можно играть на саксофон? Она сказала, ладно, давай. По результатам всех туров победителем квиза стала команда «Не говорим, кто знал». Мы перед тем, как пойти, почитали немножко о временах, о культурах и подключали женскую интуицию. Маша Ермакова, Дарина Насонова, студенческая редакция медиацентра ННГУ.